взяла для тела яд 70 грамм мастики. Я буду делать достаточно большого, ну как бы не гигантского, но будет достаточно большой, потому что у меня торт очень высокий, и если будет очень маленькая фигурка, будет не очень красиво смотреться. Так, 70 грамм, скатали шарик, сделали, чтобы не было заломов, трещин, все, впрочем, как всегда. Аккуратненько сделали вот такую вот яичко. По размеру сейчас скажу. Это будет у нас 5,5 на 4, вверху на 2,5, нижняя часть на 4 сантиметра, верхняя часть на 2,5. Вот такой вот единорожка. Да, заказали тортик с единорожкой, но не таким, как у нас, а немножко таким другим. Ну, людям нравится, а я-то что? Я сделаю. У нас такого нет, поэтому решила ничего не изменять, ничего, не делать ничего нового, все так вот сделать, как люди захотели. Поэтому такой будет очень-очень облегченный единорожка. У нас такого еще не было никогда. На каждую ножку мы берем по 7,5 грамм. Даже можете взять 7, мы добавим еще копытцами. Нога. 7 грамм. 7 грамм на каждую ножку, на переднюю и на заднюю. Скатала шарик, начинаю выкатывать колбаску, такую худую, это у меня 4,5 сантиметра. Да, давайте по 1 граммчику мы возьмем на каждое копытце. Ну, Гарик, у нас же целый месяц. Я думаю, что загорать мы будем каждый день. Когда надоест, тогда не будем, я не знаю. Мы как-то об этом не думали. Приклеиваем наши ножки. Единорожка, пухлячок такой. Так, 74 грамма возьму на голову. Сразу пажечку кручу. И голову. Скатали яичко, растянули мы его на вот такой размерчик. Это у нас 5,5 сантиметров. Внизу это 4, наверху где-то приблизительно 3 сантиметрика. Нижний край у меня здесь 4, а верхний 3,5 или 3, как-то так. Сделали. Теперь нам понадобится серая мастика для его моськи. Так, на вот эту серую моську возьму 7 грамм. Так, обсадим своего гирокакла. Теперь делаем следующее. Опять скатали шарик, примяли его пальчиками слегка и раскатываем мы такую нашу моську, достаточно большую, чтобы она накрыла нам этот вот такой передний план. Так, достаточно речь. Такая мося. По сантиметрам это у нас получается 5,5 на 4,3. Теперь делаем следующее. Положили краешки вот так хорошенечко с вами утончаем. Это делается для того, чтобы на фигурке нам проще было все это сделать. Так. Сразу смазываем клеем. Ну, слушай, Гарик, я бы порыбачила, только вот не знаю, есть ли там такие вообще возможности или нет. Я, конечно, рыбак тут еще, но мне это дело нравится, я бы с удовольствием. Если бы мне дали удочку и показали, где и что делать. Делаем глазки. Для глаз нам нужна черная мастика. Сделали два вот таких шарика, скатали черной мастики и делаем глазки. Широко расставленные глаза, ориентируем где-то вот наши ноздри, ориентируемся на них сильно высоко. Мы глазки наши не ставим. Я говорю, я не знаю, я не люблю такой вид единорожек. Самая натуральная коровка. Главное, чтобы людям нравилось. Так. А моя не ездит особо, то и комары, то всякая хрень, а на ночь это надо шубу купить, наверное, будет. Не, я люблю, мне нравится все это дело, только не с кем. Нет у нас рыбаков, есть очень, но он рано утром сильно ездит, и ему некогда ждать всех. Вот такой вот единорожка пока что получается у нас. Сейчас я ему голову эту цаплю.
смешной единорожка. Не знаю, мне кажется, может, шею ему сделать. Мне кажется, что-то вообще провалился туда. А ты, Гарик, подписался на мой второй канал? Ты будешь приходить ко мне в гости? Я сделаю ему такую небольшую шею. Сейчас посмотрю, сколько она потянет у нас. То, мне кажется, как-то голова вообще просто, ну я не знаю, говорит, не моя фигурка. 2,5 грамма. Сделаю я ему рог. И сделаем мы ему ушки и будем одевать волосики. Для рога берем 2 кусочка желтой мастики, катаем колбаски. В описании есть. Скатали, вместе сложили и начинаем вот так вот их между собой перекручивать. Получаем вот такой вот рог. Все лишнее отрезаем. Делаем ушки. Ушки у него тоже простые. Сейчас посмотрим, хватит нам такого кусочка или нет. Думаю, хватит. Там сверху, смотри, вот первый, она в первых рядах, там написано этот Танин Торт Лайф. Так что это. Вот и все. Так, на каждое ушко берем по 1,5 грамма. Берем по 1,5 граммчика, делаем вот такой вот треугольничек. Да, Серега, кстати, там будет тоже мелькать, так что, Гарик, давай обязательно, ты 100% должен там быть. Стек это вот. Но в самом начале, ты не там ползаешь. И теперь будем делать нашему единорожке волосики. Вот сейчас смешала с маслом, потому что с водкой мне его уже не развести. Так. Получился у нас единорожка. Сейчас скажу. 235 граммчиков.